Всем привет! Это видео снимается специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Сегодня я вам расскажу, что я буду делать. У меня такая ситуация сложилась, что мне пришлось установить мой холодильник на маленьком расстоянии от батареи. Потому что по стандартам, да, где-то должно быть 50-60 сантиметров от холодильника до либо батареи, либо нагревательных каких-то приборов, плит, духовок, духовых шкафов. Но у меня получилось так, что мне некуда его поставить, в кухне у меня места нет вообще, и поэтому мы немножечко вынесли его в коридор. Ну так вот, я в общем помониторила и посмотрели мы самый простой вариант, что можно сделать. Предлагали там и каркасы деревянные сделать со стеклянной вставкой, но это как бы такая вещь. У меня, допустим, маленький ребенок, я не могу себе позволить здесь поставить стеклянную перегородку, как бы это слишком быстро все разберется, либо же плохо закончится. Так вот, нашла я, значит, такой вариант. Вот пенофол. Я взяла у меня такой вот 10 миллиметров. Есть и потоньше, мы просто брали на пол, подкладывали. И вот я, в общем, высмотрела такой вариант, что вот этот пенофол можно одну стенку холодильника, которая у вас ближе к батарее, вот таким образом просто ее закрыть. И все. И то есть получится, что он не будет пропускать тепло от батареи к холодильнику. Вообще, почему это нужно сделать? Да, во-первых, для экономии электроэнергии, для, во-вторых, для более долговечной работы вашего холодильника из-за того, что он подогревается снаружи. Мотор холодильника тогда работает беспрерывно, выдает этот холод, и, соответственно, срок службы уменьшается из-за максимальной постоянной нагрузки на ваш холодильник. Так вот, мы, значит, сейчас просто отрежем кусок нашего пенофола и прикрепим его к холодильнику. И я думаю, что этого будет более чем достаточно. Во-первых, потому что у меня холодильник не облокачивается даже на батарее. Он стоит немножечко в стороне, но батарея все равно у меня здесь есть. И вот она как бы по низу, батарея тоже проходит. Но она там проходит по низу под холодильником, не так сильно прогревает. А сам основной радиатор вот он. Поэтому мы сейчас отрежем, прикрепим и сделаем вот таким образом. Ну вот и все, я прилепила на вот такой двусторонний скотч. Я взяла такой потолще, потому что тоненький, потом тяжело очень очищать от холодильника. А этот легко можно потом будет снять, когда, если вдруг придется вам переставить его. И все, теперь холодильник будет защищен. Такую систему, кстати, знаете, делают в кухню, когда нужно встроить обычный холодильник в кухонный гарнитур. И чтобы защитить холодильник от постоянная работа, так как будет нагреваться, да, так как он находится в шкафу, из-за того, что он не предрасположен к тому, чтобы находиться в закрытом помещении. И делает вот такую систему, обклеивает пенофолом сам шкаф, и можно тогда вставить в этот шкаф обычный холодильник, который не встраиваемый, и ничего ему не будет. И все. Вот, само просто, само легко. Пенофол стоит вообще там копейки, поэтому купить, отрезать и приклеить сложности никаких не составит. А это видео снималось специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если оно вам было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!